Здравствуйте, дорогие мои друзья! Я рада вновь приветствовать вас на своем канале. Приходите на мой канал, подписывайтесь и ставьте лайки. А сегодня мы готовим котлеты постные с грибами и картофелем. Для этого нам понадобится 5 картошек средних, 1 луковичка, шампиньоны, конечно, грамм 200-250, масло подсолнечное, соль, перец и мука, где-то 3 столовых ложки. Ну, поехали! Вот обжарили где-то минут 5 наш лук. Вот, смотрите, уже такой он желтеет. Теперь добавляем грибочки. Вот еще где-то минут 10 пусть жарится вместе с луком. Значит, с грибами и луком мы посолили, поперчили и убрали ее остывать. А теперь займемся нашей картошкой. Картошка вот у нас сварилась, теплая еще. Мнем ее. Так вот, вот однородные массы, пока она теплая. Тесто у нас должно быть эластичным, легко раскатать. И добавляем 3 столовых ложки муки. Вымешиваем его. И смотрим, какое оно у нас. Чтоб оно вот так вот в ладошке. Добавляем еще водички. Или вот и маффинс я добавляю. Чуть-чуть. Чуток вот все, чтобы пластичнее было. И водички. Вымешиваем. Ну вот. Вот такой консистенции получился. Берем ложку картошки. Предварительно помочили нашу ладошку холодной водой. И вот ее разравниваем. Вот так вот. О, ладошки. Затем начиночку. На серединку. И получился наш котлетка. Теперь обваливаем ее панировочным сухарем. Вот разогрелась наша сковорода. Вот кладем. И еще один кладем рядышком. И обжариваемся. Да, пусть обжариваются до румяной корочки. С одной стороны 5 минут, с другой стороны. Вот и пожарились наши котлетки с грибами. Желательно, чтобы вы их делали кругленькие, вот с размером вот так вот, с ладошку небольшие, чтобы их лучше можно перевернуть. Приятного аппетита!